С вами сделать такой ход необычный. Мы очень в открытом пространстве. Вода, небо, деревья. Мы далеко друг от друга. Но давайте сейчас попробуем представить, что мы сидим рядом, где-то, может быть, на кухне, и неспешно о чем-то разговариваем, о каких-то важных вещах, о нашей жизни. Раз. Поехали.
Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Сейчас пою песню потише, может быть, попробуем немножко получше микрофон надать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Но это случится со мною тогда, когда к порогу подступит вода, когда внезапный свет одеял цветным, накроет меня с головой, и полетит телеграммами весть, а я уже буду совсем не здесь, я уже буду там, где небесный фрегат позовет меня за собой. Следующая песня называется «Не бойся, я с тобой», про то, что никогда не нужно унывать и отчаиваться. Куда я не хотел, рядом кто-то хохотал, а кто-то храпел. Я мучился от страха на второй боковой и вдруг услышал: не бойся, я с тобой. Помню, на севере я шел под холодным дождем. Вдруг я понял, что я не один, а вдвоем. Посреди тревоги я нашел покой. Не бойся, я с тобой. То, что должен успеть, и когда ты заболел, у нас завтра концерт, и когда ты не знаешь, кто ты такой, не бойся, я с тобой, и даже посреди твоей собственной обиды и лжи, и в этом мире, который ты не хочешь жить, я буду рядом, и я буду здесь. Иди по воде, по воде, по воде. Слышал этот голос, но только снова и снова. Я затаптывал себя, это главное слово. И становился поперек лыжни, глядел на лыжи и кричал: они не мои. Падали стены, стучали в окно. Эй, ты кто? Сам себя запрягал и говорил себе то. Таскал себе мешки с чужой землей. Не бойся, я с тобой, не бойся, я с тобой.
успел то, что должен успеть, и когда ты заболел, а завтра концерт, и когда ты не знаешь, кто ты такой, не бойся, я с тобой, и даже посреди твоей собственной обиды и лжи, и в этом дне, который ты не хочешь жить, я буду рядом, и я буду здесь, иди по воде, по воде, по воде. То, что должен успеть, и когда ты заболел, а завтра концерт, и когда ты не знаешь, кто ты такой, ты не бойся, я с тобой, и даже посреди твоей собственной обиды и лжи, и в этом дне, который ты не хочешь жить, я буду рядом, я буду здесь, иди по воде, по воде, по воде. Спасибо, друзья. Вы знаете, я вижу, что среди вас много семейных людей. У меня у самого дети, четверо детей. И вы знаете, что часто это требует жизни другими людьми на небольшом пространстве. У всех у нас обычно небольшие квартиры, наверное. Ну, такой работы с самим собой, да, иногда борьбы с самим собой. И вот следующая песня как раз об этой борьбе, которую иногда приходится вести внутри себя самого. Она называется «Голос». Я хотел получить от жизни барыш, я хотел поднять свое знамя. Этот голос сказал мне, столько стоишь и дерись со своими страстями. Когда дети начинают слишком наглеть, мне так часто хочется крикнуть. У меня недавно родился третий, но я так и не смог привыкнуть. И меня пробирает нервная дрожь, я будто на поле сражения. Этот голос твердит мне, ну что ж ты орешь, ну научись хотя бы терпению. Я хотел убежать отсюда туда, где сияют высокие горы. Я хотел туда, где уйдет суета и не будут нужны разговоры. Я хотел туда, где благая тишь успокоит, утешит, согреет. Этот голос сказал мне, стой, где стоишь, и так не придешь скорее. Спасибо, спасибо большое. А теперь немножко о той радости, которую дарит нам эта же самая семейная жизнь, которая несет нам счастье. И о том, как бы хотелось, чтобы все мы жили в мире, где бы этого счастья было как можно больше. Я ушел оттуда, где я был, туда, где я теперь. Я ушел из дома, где я жил и закрыл дверь. Я ушел в наряде из-за плат, заношенным до дыр. Я ушел из мира и попал в другой мир. Мир, где самолету лететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где нашим детям смеяться и расти. Мир открытый для любви, мира дости. Я больше не хочу о нем петь, пусть он сам поет. Я не хочу придумывать жизнь, пусть сама живет. Я хочу, чтоб кончился страх нового дня. Видишь, я разжал кулак, обними меня, я устал играть эту роль.
Обними меня, я теперь больше не герой. Нет, я не пытаюсь тебе понравиться. Ну обними меня, самому мне не справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я предатель, дезертир? Ладно, я вернусь и понесу с собой мир. Мир, где самолетом лететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где нашим детям смеяться и расти. Мир, открытый для любви и радости. Мир, где самолетом лететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где нашим детям смеяться и расти. Мир, открытый для любви и радости. Спасибо. Ну что, сейчас давайте сыграю вам один танцевальный номер. Все, кто хочет, могут потанцевать. Особенно маленькие ребята. Если захотите, ребят, сейчас можете. А вот кто уже танцует, это очень красиво. Прекрасно. Песенка про то, что жизнь иногда мудрее, чем то, что мы о ней думаем, планируем. Иногда надо просто довериться ей. Я стоял под синим небом и держал в руках свою жизнь. Стоял под синим небом и не знал, куда деть свою жизнь. А может быть, ее поставить в жесткий зажим, а может быть, ее отправить на строгий режим. Я стоял под синим небом и не знал, куда деть свою жизнь. А может быть, мне вообще не стоит относиться всерьез. И не съесть эту жизнь с красным борщом, и не сделать из жизни что-то еще. И лучше не надо относиться всерьез. Пока я думал об этом, моя жизнь потихоньку росла. Стало больше планеты, стало дальше добра и зла. Думал, ну кем же мне стать? Но вот в моей жизни надоело стоять. Она взяла меня на плечи и не понесла. Она несет и несет, и никогда не шагу назад. Иногда я не помню, где я был сутки назад. Местам. А сегодня она принесла меня к вам. Простите, я не знаю, кто я, но все-таки я вам рад. Спасибо. Знаете, поскольку мы с вами договорились, что мы как будто бы сидим рядом с другом и говорим о каких-то важных вещах, я попробую поделиться с вами такой важной для меня темой. Дело в том, что я довольно часто помогаю людям, которые живут в психоневрологических интернатах. Это такие, наверное, кто-то из вас знает, учреждения для взрослых людей с психическими заболеваниями. И вот как раз сегодня я вернулся из Вологодской области, где я побывал в одном из таких интернатов. Я хочу вам спеть песню об этом, о таком месте, потому что мне кажется важным, чтобы люди узнавали об этом. Обычно это выглядит так. Вы идете по городу, в случае Москвы, в случае не Москвы, это может быть какой-нибудь небольшой поселок, и вдруг видите учреждение за глухой стеной. Иногда глухой, иногда менее глухой, это может быть забор, заборчик. Ты заходишь и видишь, что там живут сотни людей.
самых разных возрастов, молодые, пожилые. Кто-то с детства живет в интернатах, кто-то попал туда уже во взрослом возрасте, кто-то в пожилом возрасте. И все они живут в этом закрытом для нас мире, очень разные, очень большие, интересные. И мне хочется спеть о них песню. Называется она «Гимнастический танец». Почему гимнастический танец? Одно из немногих развлечений, которые там есть у людей, это дискотеки, которые они сами для себя устраивают. Мы странные, некрасивые, с расплывчатыми мотивами, танцуем в зальчике актовом, мы двигаемся одинаково. Неловкие, неуклюжие, почти никому не нужные, неясные окружению. Ануба повторяет движения, но если ты когда-то от жизни очень устанешь, приходи, и мы с тобой станцуем гимнастический танец. Если ты когда-то от жизни очень устанешь, приходи, и мы с тобой станцуем. Нас в гости позвать не хочется, но мы не живем в одиночестве, мы просто живем за заборами, и лучше нас тут спору нет. Но что-то нам все же доверено, и наша жизнь не потеряна. В движении, в неравновесии, нам все-таки было весело. И если ты когда-то от жизни очень устанешь, приходи, и мы с тобой станцуем гимнастический танец. Если ты когда-то от жизни очень устанешь, приходи, и мы с тобой станцуем. Спасибо вам, что послушали, друзья. Спасибо. Если хотите приходить ко мне на концерты и узнавать про мои всякие новости, вы можете найти либо меня ВКонтакте, либо группу Павел Федосов «Творчество». Там есть много всяких новостей. Ну что, теперь споем очень веселую песню, как раз про такую погоду, мне кажется. Немножко про другое место в нашем городе. Поднимите руку, кто знает, что такое «Золотые мозги» в Москве. А? Родная рука. Это здание Академии наук. Две руки. Спасибо. Здание Академии наук на Ленинском проспекте. Помните, там такая высокая штука с золотыми такими фигуринами сверху. Помните? Вот как раз герои следующей песни, они идут мимо этого места. Называется песня «Мне хорошо». Медленные шаги, я тот, у кого
бутылка вина, я тот, у кого вечер весна, я тот, у кого прекрасный закат, я тот, кто рад, я тот, кто рад, я тот, кто рад. Вы знаете, я как раз ехал когда из Вологодской области, я много слышал, слушал в машине всяких подкастов и так далее. И вот мне очень понравился подкаст, в котором говорилось о том, что один из рецептов борьбы с неудовлетворенностью и тревогой – это благодарность. Благодарность за то, что у нас есть, за это небо, за то, что мы с вами видим сейчас друг друга, за то, что тут такой прекрасный звук, и все это организовано. Мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо. Спасибо. Следующая песня посвящается всем жертвам офисной службы. Наверняка здесь есть такие люди, которые по 8, наверное, до 10 часов в день сидят за компьютером. Он снова вышел из офиса, обиженный и больной. Сначала моросью доска накрывала волной. Тем долгим промозглым вечером молился тот человек: Господи, будь моим менеджером, выведи мой проект. Пытался хоть что-то решить. Он знал, помирать еще рано ему, но не понимал, как жить. И вот глядел он на звезды полночью, как будто в дверную щель. Господи, будь моим коучем, дай мне увидеть цель. Утро вставать не хочется, но все-таки встал, как всегда. Казалось, что путь до офиса был вырублен. Тем судорожным утром, утром он звал сквозь тьму и доску. Господи, будь моим тьютором, держи меня за руку. И понял, что это весна. В небе синее с розовым, а дальше любовь без дна. И он щелкнул все это на свой смартфон и решил по пути домой: я больше тебя не прошу ни о чем, я просто хочу быть с тобой. Спасибо.
Следующая песня такая тоже, знаете, чтобы слишком сильно не загоняться. Иногда такое что-то нужно, да, чтобы тебе что-то такое сказал, чтобы ты, ну как это в том анекдоте, поперл отдыхай, помните, не так сильно вообще себя прессовал. В общем, она называется «Богу не нужен твой невроз». Когда мне было, наверное, лет
28-30. И мне кажется, она немножко отражает состояние вот такого поисков, метаний, которые естественным образом обрывают часто молодого, а иногда не только молодого человека. Называется она «Спасибо тебе». Наступающий день кажется мне битвой. Я знаю, она будет трудной и длинной. К вечеру я обращусь в руины, а сноб, наверное, снова простуда. Вот бы чтоб кто-то совершил со мной чудо, превратил меня во что-то еще или взял меня туда, отсюда. Миллионы людей впереди, миллионы людей за нами. Я спрятался людей посреди, я спрятал на груди камень. Остановись, просто открой ладонь. Бежать, пока я еще молод. Я кузнец своей судьбы, у меня в руках молот. Я должен стать тем этим пятым десятым героем, изгоем, солдатом, глашатым. На меня глядят глаза сияющих женщин. Я должен соответствовать их взглядам на вещи. Я должен стать портретом двух людей. Скорее, 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 скорее бежать, отрывисто часто дышать. Я должен быть счастлив, я знаю, не будет второго раза. Жми до полного газа. Перебирай, перебирай варианты, горло затягивай белым банком. Но вдруг, как будто свет во мраке, увидеть снег, асфальт, мусорные баки, пустые дворы московских периферий. Кто-то успокаивается у меня внутри. Я возвращаюсь в свои места. Но где я был, но кем я стал? Падает снег в пустыне моего лица. Сирота, внезапно нашедший отца. Приговоренный, попавший на бал вместо казни. Я шепчу спасибо тебе за этот праздник. Следующая шуточная песня для всех творческих людей – это песня о несбывшихся творческих амбициях и надеждах. Один музыкант устроить решил концерт на вершине Москвы. Он снял ресторан на Останкинской башне. Я, кстати, и был там, а вы? Полгода готовился, строил программу. Завязка, прорыв и финал. В назначенный день поднимался на лифте. Вдруг лифт заскрипел и застрял. Вызов диспетчера праздничным вечером. В лифте застрявшем в Останкинской башне. Вас скоро достанут, ответил диспетчер, но только прошу извинить.
по ряду инструкций на случай поломки придется концерт отменить. Да. Простите, я знаю, все это ужасно, с аншлагом раскуплен весь зал. Когда музыкант сел задумчиво на пол и молча гитару достал, плюс для диспетчера праздничным вечером в лифте застрявшем у Останкинской башни. Ты помнишь, мой друг, мы когда-то мечтали добраться до самых вершин. Актеры, поэты и музыканты талантливы все как один. Наверное, что-то из нас получилось, но все же мечталось и так. Но даже когда твой лифт застревает, играй, если можешь, чувак. Плюс для диспетчера праздничным вечером в лифте застрявшим у Останкинской башни. Плюс для диспетчера праздничным вечером в лифте застрявшим у Останкинской башни. Спасибо. Следующий, сейчас я посмотрю, сколько у меня времени, секундочку. Еще минут 5-10 у нас есть. Следующая песня, по неизвестным мне причинам, почему-то самая популярная из моих песен на Яндекс.Музыке, называется «Жизнь течет под кожей». Разворачивайся и иди. В голове твоей будет играть тот же старый потертый сиди. Полумертвый герой едет домой. Жизнь течет под кожей, ты живешь как можешь, но только что же так тяжело. Боже, Боже, сделай так, чтоб стало светло. Ноги горят на тормоз и газ. Измочаленный в поисках самых нежных и любящих глаз. Всадник без головы в центре Москвы. Жизнь течет под кожей, ты живешь как можешь. Но только что же так тяжело. Боже, Боже, сделай так, чтобы нам всем стало светло. Приведи же меня в свой дом, расскажи про свою любовь. Усади за своим столом, накорми своих котлов. Я хочу быть с тобой, брат мой изгой. Жизнь течет под кожей, ты живешь как можешь, но только что же так тяжело. Боже, Боже, сделай так, чтобы стало светло. Спасибо вам огромное. На самом деле, вы знаете, удивительным образом, это какое-то чудо. Я никогда не выступал на таком открытом большом пространстве, но у меня почему-то ощущение квартирника, как ни странно. Как будто мы же сидим с вами где-то очень рядом. И это, ваше это благодаря вашему вниманию. Спасибо вам. Сейчас я спою песенку, наверное, одну из самых тихих таких моих песен, близких. С благодарностью вам за вот то время, что мы провели вместе. И будем уже, и буду уже на этом свой сет потихонечку закончивать. Чуть-чуть только подстрою гитару.
Ночью и утром ветром попутал.
будет, что сбудется, рифни и ветры, встречи, концерты, площади, улицы. Знаю, в этом крае реки впадают в море огромной любви. Только плыви, просто плыви, барам, кабарам, кабарам, пам-пам, кабарам, 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 пам-пам. Мерил маршруты, считал расстояния, не выходила, чего бы ни делал я, видел в молочном тумане молчание белое озеро, озеро белое, плыл мимо ярко сияющей гавани, мимо пустынного двигался острова, чтобы в конце одиночного плавания встретиться взглядами с братьями и сестрами. Спасибо вам большое. Ночью и утром ветром попутным будет, что сбудется. Рифни и ветры, встречи, концерты, площади, улицы. Знаю, в этом крае реки впадают в море огромной любви. Только плыви, просто плыви, барам, да, барам, да, барам. Впадают в море огромной любви. Только плыви, просто плыви. Спасибо, друзья. Спасибо вам огромное. Берегите друг друга. Спасибо.